Выбираем любимые цветочки и сеем их в конце января на рассаду. Берем небольшие емкости, насыпаем землю, уплотняем, как показано на видео. После этого можно приступить к посеву. Семена достаточно мелкие, поэтому распределяем их равномерно по поверхности, не заглубляем. Заглубил я только слегка люпин. Остальные семена очень-очень мелкие. После того, как мы посеяли семена, аккуратно производим полив. Полив я осуществляю с помощью шприца, в избежание, чтобы семена не ушли глубоко, иначе они у нас не взойдут. После этого накрываем их пленочкой и убираем под батарею. Как появятся первые всходы, сразу же ставим под свет и ждем результата.